Привет, привет, дорогие подписчики. Ну вот и зимушка-зима к нам идет. На этой неделе с 28 числа начинается похолодание у нас. Обещают легкие заморозки. Зима не за горами, зима неизбежна. Вот и наш товар начинает пользоваться спросом. Наши коллекции начинают потихонечку убывать, народ начинает интересоваться. Сегодня у нас была суббота, довольно-таки активный день. Появляются покупатели на мужские вещи, на женские шубки, на меховые парки, на шапочки. Большой выбор норковых шапок. Многие помнят, что я занимался раньше головными уборами, был огромный выбор, 30 квадратных метров, палатка была вся увешана шапками. Сейчас мы занимаемся только меховыми в основном. Вот, большой выбор беретов, шапочек, шапочками, береточками. Вот, ну и много фасонов норковых шуб. Кто хочет что-то особенное, что-то интересное, посмотрите, пожалуйста, вот на нашу новую коллекцию. У нас здесь представлена шуба из импортного меха, из шикарной бархатистой норки. Меха очень хорошие, посмотрите, какие плюшевые, густющие, набитые шкурки. Вот. Сегодня продали летучку шикарную, с воротником, просто потрясающе. Забрала наша постоянная клиентка, дама, которая покупает шубы практически каждый год у нас. Вот. Ее все знают. Все меховые салоны. Вот. Очень было приятно видеть ее в виде покупателя в нашем магазине. Вот, ждем вас на примерочку. Не затягиваем. Шуб на всех не хватит. До встречи.